Всем привет! Всем привет! Мы приехали в Икею, и Евочка захотела на многоуровне, в общем, где-то на первом или на втором, на первом, по-моему, левел 1, да. И сейчас пойдем в Икею, нам нужно под вот эти вот стулья, крутящиеся, это с колесиками, офисные, под них нужно вот подстилку такую вот, короче, купим, покажем, потому что у нас ковровое покрытие, и по ним... По этому ковровому покрытию не скользят стулья. И невозможно, в общем, возле стола сидеть, работать. Туда-сюда нужно двигаться, чтобы встать, сесть. В общем, они как уперлись колесиками в это ковровое покрытие, так и стоят. В общем, нам нужно купить такие штуки. Да, Ева? Да. От нашего дома, вот сколько раз убеждаюсь, удивляюсь, и так это приятно, что какие бы магазины мы не захотели поехать, все где-то в 10 минутах максимум. А в основном, конечно, продуктовые всякие такие магазины, они вообще в 3-5 минутах от нас. Сейчас мы ехали 13 минут до Икеи даже. Икея и то близко. То есть все магазины в такой доступности очень близко достаточно на машине, если проехать. А некоторые даже пешком можно. В некоторые магазины попасть можно пешком. Ты хочешь показать свою куколку? Угу. О, красивая какая. Ну все, пошли, Евочка. А то у нас времени не так много. Нам сейчас Настю приведут. Кстати, проходила мимо, таких не видела. Еще, видимо, новенькая. Чиз, Ева. 149, маленький такой диванчик приличненький. Вот так, в принципе, очень доступная цена. И если куда-то переезжаешь, там, чтобы дорогущее не покупать. Он 109 вообще диванчик. 179 за ним серенький. Оранжевый, наверное, подороже будет. А сейчас посмотрю. Сейчас, Евочка, подожди. У меня такой был в Ярославле. 399 такой. Много, кстати, нового. Либо это другая Икея. Она вообще какая-то, по-моему, трехэтажная. Я током ударилась. Током ударилась. Да, вот так. Тихо. Бывает. Фотографируй меня, пожалуйста. Кто-то вообще спит. Лег спать. Фотографируй меня тут, пожалуйста. Вот такая она штука. Прозрачная. Кладется на ковровое покрытие. И по нему скользит хорошо. Вот видите, колесики. Вот стоимость ее. Она достаточно такая большая. Вот такой стул мы нашли совершенно бесплатно. Здесь он стоит $65. А, кстати, я потом сниму, наверное, вам видео, как можно обустроить квартиру практически совершенно бесплатно. Особенно, если вы не собираетесь оставаться в этой местности. Какой смысл, если вам покупать всякую дорогую мебель? Как это можно сделать? Покажу на примере нашей квартиры, что мы приобрели на разных сайтах. Всем привет! Слушайте, какая классная погода! Откуда-то музыка играет. Суббота. Я пошла купить... Знаете, что на матрас. В общем, я же вам тут коротко упомянула, что у нас тут куча вещей дома, которые нам надарили. Где моя машина-то? Сейчас найду. Вот, и на нее нужно было, на этот матрас. У нас, кстати, самый большой матрас, который может быть в США. Размер его называется California King. California King. Он самый длинный и широкий. Вот, и на него нашла такие, я вот, видите, на матрасник назвать его, как покрытие, в общем, ковер, покрытие на матрас, чтобы, знаете, покрыть его и сверху еще потом постельное белье. Вот, поехала купить, думаю, сейчас куплю и домой приду, буду учиться. А учить, а такая погода, что хочется, знаете, гулять. Ай, не могу. Ключи еще надо найти. Что-то у меня все торчит. Так что, может быть, сейчас позвоню Виталику и Еве. Хоть на часика-два куда-нибудь сходить, погулять. Погода супер. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Солнце светит. Вот, кстати, я в Kohl's купила это дело. Смотрите, кстати, пока не закрыла их. Просто хочу сейчас еще в один магазин сходить. Сейчас я переключу. Вот размеры California King, да? Видите? Вот размеры. И цена, сейчас покажу. Опс. Вот. Цена 59,99. Но я в интернете нашла.
показала ему, какая цена, говорю, будет вот это или как в интернете. В общем, получилось, да, со скидкой 23 с чем-то он в интернете стоит, если заказывать по интернету, но еще с налогом. В общем, $26 мне всего вышло вот это вот большущего размера покрытие, вот это вот на матрасник. То есть там здесь не было указано, что он со скидкой. Вот нигде не видела, что это будет скидка на него. Вот вроде бы написано все. Вот цена. А оказывается, все-таки он дешевле. Его дешевле можно купить. То есть все нужно спрашивать. И не факт, что он будет столько стоить. Может быть и дешевле. Хотя сначала я пришла, так и думаю, ничего себе цены. Посмотрела, 14 градусов. Но на самом деле намного теплее ощущается. Такое весеннее солнышко, так тепло, так классно. Ой, настроение суперское. Сегодня суббота, воскресенье, напомню. В общем, суббота, воскресенье сегодня. Сегодня суббота, завтра воскресенье. И у нас, в общем, отдых. Ну, не знаю, как отдых, потому что нам нужно очень много учить. Ой, зубрить, просто зубрить, грызть. Гранит науки нам нужно. Вот видите, какая прелесть сделали. Она идет вот этот на матрасник, идет сверху вот это вот, да, сам на матрасник. Еще он вот сюда можно его засунуть. Вот он идет с резинкой. Классный такой. Как новый матрас. Видите, какие размеры его? Огромный. Ну, так не прочувствовать, конечно, по видео. Виталик, иди-ка сюда на минутку. Хочу размеры на твоем фоне показать. Вот, смотрите, где Виталик, 1.92 лежит. Еще, посмотрите, длина остается. И вот сколько еще рядом места. Если я лягу, Ева, держи, пожалуйста. А вот я. А у мамы еще больше ширина. Это Калифорния Кинг размер. А вот как вот эти вот выглядят, которые покупали в Икее. Ездили мы с Евой. Вот оно кладется на ковровое покрытие. И по нему ездят хорошо вот эти вот стулья на колесиках. А если вот сюда вот на ковре, все, вот он застрял, стул. Он впивается в этот ковровое покрытие. И его с места очень сложно. Его, конечно, можно, но так усилия такие нужно прилагать. Очень тяжело двигать. Во. Вот и у Евочки под ее стулом тоже такой же вот коврик под стул офисный. Что это у них? Корона. Коврик для мыши. Корона? Коврик для кресла, коврик для мыши. Тапочки для таракана.